преддверии первого матча чемпионата мира по футболу в Волгограде. На поле стадиона «Нефтяник» встретились ветераны волгоградского «Ротора» и сборная волонтеров «Мундиаля», состоящая преимущественно из иностранных студентов. Товарищеский матч прошел в увлекательной борьбе и завершился победой более опытных хозяев, рассказывает Дмитрий Каунов. Считанные часы остаются до начала первого матча чемпионата мира в Волгограде, в котором сборная Англии будет встречаться с командой Туниса. Ну а сейчас на «Нефтянике» предваряют такое эпохальное событие команда ветеранов волгоградского «Ротора» и команда волонтеров английских вузов. Инициатива проведения серии матчей студентов английских вузов с волгоградскими командами принадлежит футбольной лиге «Волгоград» и ассоциации протестантских церквей города. Студенты из Германии, Колумбии, Чили, США, Латвии и Великобритании являются глубоко верующими людьми и пытаются через спорт донести идеи мирного сосуществования. Это символично не только потому, что будет игра с Англией, но символично то, что мы приехали, чтобы показать, что мы за мир, что мы за объединение наций, плюс мы верующие. Люди, и мы считаем, что это должно объединять нас. Главная цель акции – сплотить, объединить людей из разных стран с разным мировоззрением. Сейчас уже ясно, что Россия с честью справилась с организацией чемпионата мира, и неприезд на турнир некоторых болельщиков является ошибкой. Несколько ребят не приехало, да почти половина не приехала из-за того, что действительно люди, не всегда понимая политику, действительно боялись приехать в Россию и отказались. Но те, которые приехали, они не пожалели, им действительно очень нравится в России, они просто никогда ничего подобного не слышали. И я верю, что это начало, что у нас будет какой-то обмен, может быть, студенческие обмены, чтобы мы действительно дружили, чтобы мы не боялись друг к другу ездить. Волгоград на самом деле длиннее и больше, чем я ожидала. И это очень красивый город, и очень много красивых мест запечатлено. То есть просто очень красиво. История встречи англичан и волгоградцев на футбольном поле имеет давние корни. Впервые футболисты и болельщики двух стран встретились в далеком 95-м году. Четыре человека, которые играли в Манчестере. Манчестер – это Веретенников, Зернов, Царенко и Женька Чунин. Поэтому, в общем-то, игра великолепная. Я просто 95-й год вспоминаю, когда мы их здесь принимали первыми, приняли их на высшем уровне. Я думаю, студентам будет очень важно увидеть, как играли ветераны «Ротора». И играют ветераны «Ротора», как мы поддерживаем спортивную и физическую форму, как мы доставляем до сих пор людям радость своей игрой. Товарищеская игра прошла при полном превосходстве ветеранов «Ротора». В составе хозяев блистали авторы дублей Олег Веретенников и Захар Дубенский. Игра завершилась разгромным для гостей счетом 8-3. Встреча с ветеранами волгоградского футбола для сборной команды английских студентов – первая в череде игр, которые здесь команда проведет. Впереди у нас матчи с командами педагогического, аграрного и государственного университета Волгограда. Ну, конечно, желаем успеха сборной английских студентов. Ну, конечно же, будем болеть и за наших волгоградских ребят. Дмитрий Каунов, Александр Шишин. Время новостей.